тебя сейчас выгоню, больше не пущу. Выйди со сметаной. Слушаюсь, Гитлер. Слушаюсь, Гитлер. Слушаюсь, Гитлер. Слушаюсь тебя. Слушаюсь, Гитлер. Помою руки после рисования. Слушаюсь, командир, выполняя поручение самого главного командующего немецкой армии СС. Слушаюсь, сэр Гитлер. Слушаюсь. Я образцовый воин. Ты штаны одень сначала, воин. Одеты. Трусы. Все одето на мне. Не вижу я, чтобы ты одетый был. А, штаны эти. Я образцовый, выполняю все, как скажет Гитлер мне. Не слушаться мы не можем, потому что живем в тоталитарной стране. Война идет. Нужно сметану купить, боеприпасы купить. Война идет. Поручение дано. Иду, сэр. Мой фюрер одел штаны. Беру повязку для лица. Одел. Беру портфель камуфляжный. Сэр. Все. Бегом туда и обратно. Бегом, быстро выполним, сэр. Слушаюсь, сэр! Где, в хорошем покупать? Там, который будет работать. Я знаю, что квадрат работает допоздна. Какой квадрат? Вон рядом магазин, который маленький. А это где алкоголь, что ли? Где алкоголь продаешь, что ли? Ну вот там. Ну алкоголь там. Там в основном алкоголь продают. Ну там продают фонтан. Там продают фонтан, да? Да. Там все продают. Одеваю. Я же не знаю, там, где ты живешь, вот в том. Одеваю районе. Камуфляжные. Камуфляж одеваю, сэр. Это... Каску одеть. Иди уже. Каску одеть. Большой стакан сметаны. Одеваю каску. Все, оделся, я пошел. Бегом. Иду. Какая дичь.